Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Православные верующие отметили крещение Господне. Традиция этого праздника нерушима. Люди окунаются в проруби, прообразом которых стала Иорданская купель. В этом году желающих укрепить свою веру, а заодно и здоровье посредством окунания стало больше. К ним присоединился и мой коллега Дмитрий Ковалев. К крещенской ночи 12-летний Леша готовился долго. Это его дебют. Раньше он наблюдал за отцом, а в этот раз и сам решил окунуться в ледяную прорубь. Подержать мальчика пришла вся его семья. Окунуться так резко. Здорово. Вообще. Скажи, готовился к этому или нет? Готовился. Готовился. Немножко. Мысленно, да? Мысленно и душу холодной воды разлила немножко. А вот Никиту пришлось буквально уговаривать окунуться в проруби. Залезть в холодную воду он отважился только после отца. Вместе с сыном мужчина купается уже не первый год. Говорит, что после этого буквально забываешь о простуде. Во-первых, христианский праздник. Во-вторых, закаляемся здорово. И, в принципе, я считаю, отличное мероприятие. Полно, но здорово. То, что вода в крещенскую ночь обретает необычную силу, многие верят и стремятся испытать это на себе. Количество купающихся увеличилось в разы. На это повлияла и теплая погода. Буквально накануне в республике стояла минусовая температура, а уже ночью столбик термометра достиг плюсовой отметки. 70 лет, думаю, надо один раз. Я из Цивильска, там это как-то не приходилось мне. Первый раз. Давно мечтал. Вот, осуществил свою мечту. Моржей с опытом от новичков здесь можно было отличить без труда. Кто-то окунался в прорубь с головой, как и положено, три раза. Молодцы, поздравляем. Кто-то не выдерживал и выбегал из купели сразу, буквально дрожа от холода. Ну а некоторые просто мочили водой руки и лицо. И вот что советуют людям медики. Охлаждаться лучше не сразу, а постепенно. Сначала снять верхнюю одежду, спустя 2 минуты обувь, раздеться по пояс и только потом зайти в прорубь. Погружение в ледяную купель – это большой стресс для организма. Но поклонники крещенских купаний уверяют, если заходить в воду сферой, то и телу такие испытания нипочем. В этом году в регионе оборудовали более 60 купелей. В деревне Мемеши Чебоксарского района прорубь подготавливают сами жители. Раньше, чтобы окунуться в ледяную воду, им приходилось добираться до Чебоксара. Но 6 лет назад местные подростки решили прорубить Иордань в этом пруду. Теперь каждый год они мастерят деревянный каркас, устанавливают палатку и сами следят за порядком. Теперь сюда приезжают купаться и гости из других районов. Приезжают тоже с города, с разных ближайших деревень, согласованно с администрацией Кшавское поселение. Тоже контролируется медицинская, медсанчасть приезжает тоже. В столице республики у стен Свято-Троицкого монастыря оборудовали сразу 4 купели. Первые желающие искупаться здесь появились задолго до 12 ночи. Но по традиции большинство сюда предпочитают приходить именно в полночь. Полицейские спасатели работали в усиленном режиме. На подходах к купелям выставили рамки металлоискателя и ограды. У каждой купели дежурили сотрудники МЧС. Оперативные службы были готовы устранять и серьезные ЧП, но все прошло цивилизованно. На обеспечение охраны общего порядка личного управления МВД России по городу Чебоксар задействовано более 100 человек. Кроме этого, задействованы сотрудники войсковой части 3997. Состояние льда, ледового покрова 35-40 сантиметров, обеспечивает безопасность. Ну и мы на месте, конечно же, смотрим, чтобы не было ажиотажа, массового нахождения людей конкретно около купелей, чтобы обеспечить безопасность. Вода остается святой всю крещенскую неделю, еще есть время обрести силу духа. Но скоро синоптики обещают похолодание до 25 градусов. Дмитрий Ковалев, Юрий Марков, Николай Яковлев и Расиль Мухаметов. Республика. Всего в крещенскую ночь в специально организованной проруби окунулись свыше 54 тысяч человек, сообщил на еженедельном совещании главы и правительства республики министр внутренних дел Сергей Семенов. Никаких серьезных проблем, тяжких и особо тяжких, правонарушений не зарегистрировано. Все прошло цивилизованно и спокойно. На совещании также обсудили предварительные итоги работы промышленности, строительной отрасли и АПК в 2014 году. По словам министра экономического развития, прогнозы относительно развития промышленности сбылись. Мы изначально года прогнозировали показатель 104, но в принципе его, я думаю, что выдержим. Я думаю, что есть даже предпосылки, что он будет больше. В 2014 году
характеризовалась, как я еще сказал, наращиванием объема производства, выпуском конкурентоспособной продукции, освоением нового производства. В частности, были запущены новые линейки продуктовые в машиностроении, это зерноуборочный комбайн, автоприцепы, танк-контейнеры. В электротехнике это программно-технический комплекс определения места повреждения воздушных линий, серии терминалов Бреслера, комплекс систем управления диагностики для электропоездов, автоматизированной системы контроля, блок управления вагометронов, судовые электрораспределительные устройства электропарадного завода, силовые пускозащитные аппараты для судовых электроэнергетических систем НИР «Прогресс». Кроме того, обеспечен хороший задел на 2015 год. Подписаны соглашения и контракт, в результате которых объем выпуска продукции должен увеличиться на 13%, а количество рабочих мест на 15 тысяч. Неплохим минувший год был для строительной отрасли. Только в столице Чувашии введено в эксплуатацию свыше 300 тысяч квадратных метров жилья. Это абсолютный рекорд. В целом по республике построены почти 900 тысяч квадратных метров. План выполнен на 103%. Причем половина всего вводимого жилья экономически. Класса. С помощью господдержки на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей улучшили жилищные условия 11,5 тысяч человек. Все программы в этой области сохранят свое действие. Прогноз цен стоимости одного квадратного метра ваш какой? Я думаю, что в 2015 году в среднем прогноз составит порядка 43-44 тысяч рублей за квадратный метр. Это на коммерческом рынке жилья. По госпрограммам? По госпрограммам у нас, как я уже отметил, это в рамках госпрограммы развития для российской семьи цена за один квадратный метр по жилью эконом-класса не будет превышать 30 тысяч рублей. По всем остальным программам это 29 185 рублей. То есть за 30 тысяч мы не выходим, Михаил Васильевич. Сельхозтоваропроизводители Чувашии вышли на цифру в 35 миллиардов рублей. Во столько оценивается произведенная в 2014 году продукция. Практически по всем направлениям отмечен рост, за исключением отдельных видов переработки. На совещании обсудили закупочные и розничные цены на молоко. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил Минсельхозу и Минэкономразвития поддерживать постоянный контакт с производителями и продавцами, чтобы интересы одних не причиняли ущерба интересам других и ни в коем случае не били по карману покупателя. Надежда Яковлева, Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Разговор на еженедельном совещании зашел и о ЧП, которое произошло в Чебоксарах в минувшее воскресенье. После тушения огня в ходе разбора завалов на месте происшествия были обнаружены останки 4 человек, 59-летней хозяйки жилища и 3 ее дочерей. По версии следствия, 31-летняя женщина успела вынести свою 7-месячную дочь из дома и отнести к соседям, сообщив им о пожаре. После она забежала обратно, чтобы спасти свою семью. В этот момент произошел взрыв газового баллона. В результате пожара и взрыва произошло обрушение крыши. По предварительным данным, очаг возгорания находился возле одной из печей, расположенных в доме. В настоящее время по факту гибели 4 человек при пожаре следственным отделом по Калининскому району города Чебоксары организовано проведение доследственной проверки. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, тщательно осмотрено место происшествия. Основные версии, которые сейчас рассматривает следствие, это неправильная эксплуатация печного оборудования, а также индивидуального газового баллона, либо неисправность газового баллона. В целях восстановления объективной картины произошедшего назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, в целях установления причины смерти погибших, а также пожарно-техническая, в целях установления причины возгорания и взрыва произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас, на данный момент, по предварительным данным, женщины погибли от отравления угарным газом. По оперативным данным, на территории Чувашской республики только с начала года зарегистрирован 51 пожар, в которых 8 человек погибли, 6 пострадали. ГКЧС Чувашии призывает граждан быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Поздним вечером 16 января в Чебоксарском аэропорту приземлился самолет с президентом крупного строительного российского холдинга на борту. Цель визита – обсудить дальнейшие планы сотрудничества с нашей республикой. Подробнее в сюжете. Еще в конце осени в столице Чувашии открылись учебные центры корпорации «Технониколь». Это крупный российский холдинг, основной вид деятельности которого – производство кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов. В учебных центрах готовят профессиональные кадры для предприятий строительного комплекса. Всего таких центров по России 12, два из них в нашей республике. Это новые строительные материалы. Это
новые методы наши по рулонным и штучным кровлям. Это новые методы системному обслуживанию зданий и сооружений. Наши студенты будут обучаться в этом центре и дополнительно будут получать рабочие профессии по указанным специальностям. Этот сертификат дает любому выпускнику на преимущественное право трудоустроиться на работе. Чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с регионом, в Чебоксары прилетел президент корпорации Сергей Колесников, который также является советником главы Чувашии. На встрече речь зашла о размещении в республике производства. Мы думаем об этом, мы обсуждаем эту тему с Михаилом Васильевичем, мы ищем варианты. Так что надеюсь, что на горизонте, в среднесрочном горизонте мы найдем решение, которое бы устроило компанию для того, чтобы развивать наши мощности, в том числе в Чувашии. Наличие инфраструктуры, электро- и газоснабжения, квалифицированной недорогой рабочей силы – вот те плюсы, которые выделяют Чувашию по сравнению с другими регионами в глазах инвесторов, отметил гость. Министр строительства дополнил перечень преимуществ для размещения производства. Есть земельные участки, мы готовы их предоставить, и я надеюсь на плодотворное совместное сотрудничество с данной корпорацией. Михаил Игнатьев подытожил, полезно это будет не только строительной отрасли региона. Любое открытие любого производства, это дает дополнительные рабочие места. Не только производство, даже в сфере оказания услуг создаются рабочие места. В дальнейшем, как мы с ними будем работать, мое желание, чтобы компания реализовала отдельные свои идеи на территории нашей республики. Почему я это говорю? Потому что, как я всегда говорил, я как глава республики помощником буду любому инвестору. Наши коллеги, журналисты и полиграфисты, режиссеры, операторы, издатели и распространители прессы отметили свой профессиональный праздник. По традиции были поздравления и награды, но до этого редакторы средств массовой информации вместе с главой республики за круглым столом обсудили актуальные вопросы. Проблем в современном обществе много, и решать их можно только сообща. В частности, чтобы обеспечить право граждан на объективную и своевременную информацию о событиях и процессах, происходящих в обществе, власти должны консолидироваться с журналистами. Точка соприкосновения одна – это проблема. Точка соприкосновения одна – это достижение. Но какой подход и какая роль у каждого из нас – вот здесь мы должны определиться. Отсутствие информации порождает домыслы и слухи, поэтому журналисты просят чиновников быть максимально открытыми. Иногда от них достаточно комментария по телефону, и кто-то охотно идет на контакт, а кому-то приходится писать письма, на рассмотрение которых уходит драгоценное время. Не читая чиновники наши газеты, да, они, соответственно, не реагируют. Пресса является связующим звеном между властью и народом. Через статьи и выпуски новостей народ узнает о правительственных решениях. Газетные страницы, радиотелестудии и интернет-форумы могут стать эффективной переговорной площадкой. К помощи СМИ прибегают, когда уже прошли по всем инстанциям и не получили ответа. И порой нашим коллегам действительно удается повлиять на ситуацию. Летом мы провели на национальном радио такую большую акцию. Выезжали в районы и, значит, интересовались закупочной ценой молока. Мы выезжали с Михаилом Васильевичем Игнатьевым, и выезжали с министром, и сами автономы уже выезжали по разным точкам. Я абсолютно уверен, что помогло это вот решить. Увеличить, по крайней мере, не намного, может быть, но точно увеличить, помочь крестьянам, производителям молока, чтобы их продукт, он пользовался, ценился выше, чем было раньше. Сегодня, когда поток информации превышает все мыслимые объемы и сметает все моральные и этические фильтры, настоящему журналисту недостаточно грамотно писать и в совершенстве владеть словом. Главное – просчитывать наперед, как это слово отзовется. Иными словами, честность и порядочность по-прежнему остаются важнейшими профессиональными качествами тружеников пера. Именно для таких коллег редакторы СМИ предложили учредить звание «почетный журналист». Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. Много, все мы разные, но цель у нас одна – помочь людям сориентироваться в круговороте событий. Вечер в честь профессионального праздника получился по-семейному теплым. Большая часть журналистов Чувашии давно работают в медиапространстве, хорошо знакомы друг с другом, плодотворно сотрудничают. Работники пера блистали своими талантами, говорили добрые слова и принимали награды. Республика по заслугам оценила профессионализм начальника отдела национального телевидения Елены Гальпериной, автора лучших презентационных фильмов о Чувашии, присвоив ей звание заслуженного работника культуры. По сути, это награда всему коллективу. Вот за этой наградой стоят как минимум журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, водители, это звукорежиссеры. Это, в общем, ну, тот минимум, который необходим.
необходим для изготовления одного новостейного сюжета, я уж не говорю про передачи. Так что, слава богу, мне есть с кем разделить эту радость. Республиканская журналистская премия имени Семена Эльгера присуждена нашей коллеге, старшему редактору Национального радио Розе Деменцовой за серию передач «Чувашия. Годы и люди». Поощрили и составители энциклопедии чувашской журналистики и печати. Это самый масштабный в истории Союза журналистов Чувашии проект, самый значимый даже, можно сказать. Я счастлива, что имею к этому немножко отношение. В холле театра в этот день работала выставка, где демонстрировались достижения в области печати, связи, информационных технологий. Здесь же был представлен портал ЖКХ «Чувашия», который занял в прошлом году первое место во всероссийском конкурсе повышению по коммуникативной грамотности населения. Представители сотовой компании рассказали о расширении зоны покрытия оптоволоконной связью и продвижению нашего телеканала в города и районы республики. Вот два года назад мы при помощи наших партнеров подали сигнал в города Кугейси, Цивильск, Козловка, Тюрлима. И этот проект мы продолжили в следующем году, в прошлом году, и подали сигнал в города в Ядрин, Шумерлю, в Канаш, в Алатырь, а также в поселке Вурнары и Ибреси. Это очень важно, чтобы жители Чувашии могли не только разговаривать на национальном чувашском языке, но и смотреть программы национального телевидения. Потенциальными зрителями национального телевидения сегодня можно считать почти 900 тысяч человек. Мы заказываем исследования, социсследования, где нас смотрят, какие программы смотрят, сколько смотрят, какие срезы возрастной категории, социальной категории. Это мы сейчас заказом делаем. Да, продолжайте. Марина Рябцева, Регина Кубайкина, Расиль Мухаметов, Республика. Во дворе не хватает деревьев и кустарников. Хорошо бы поставить детскую площадку, а еще нужна парковка для автомобилей, чтобы водители не занимали тротуары. Эти небольшие, но конкретные проблемы домов, улиц и районов нередко решают ТОСы, территориальные органы самоуправления. Об их взаимодействии с властями наш следующий сюжет. Еще в 2007 году российское законодательство дало гражданам возможность активнее участвовать в управлении городом и самостоятельно решать некоторые вопросы местного значения. Тогда и появились ТОСы. Вначале всерьез их не воспринимали. В нашем городе ТОСы были, во-первых, они одни из первых. Во-вторых, вот я сказал им уже 5-6 лет, первые года все люди думали, создадут очередную какую-то контору, которая ничего не будет решать, ничего не будет делать. Ничего подобного. Все это срослось, сама идея была очень правильная. Значит, взаимодействие между администрацией, между городом и ТОСами, они очень хорошо налажены. По мнению руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, пришло время подвести некоторые итоги. Глава столицы Леонид Черкесов подтвердил, за это время активисты общественного самоуправления стали особым связующим звеном между жителями и руководством города и республики. Во-первых, они информируют горожан о планах администрации столицы Чувашии и задачах депутатского корпуса. Эту информацию они, кстати, регулярно получают из первых уст. На подобных встречах и это исключением не стало. Мы сейчас вводим по 5 детских садов. В 2013 году 5 детских садов, в 2014 году 5 детских садов. Буквально сейчас в январе, в конце января еще один детский сад будет сдан. Но еще 7 тысяч детей с полутора лет остается. С 3 лет всех обеспечили. Во-вторых, идет и обратная связь от жителей к представителям власти. И это, пожалуй, самый верный способ довести инициативу снизу до реализации. В этом году, кроме прежних услуг ЖКХ, жильцам предстоит оплачивать взносы и на капитальный ремонт своих домов. Как правильно распределить семейный бюджет и воспользоваться субсидиями, которые предоставляет государство? Об этом в сюжете. Мама, папа, 3 сыночка и лапочка-дочка. Ознакомьтесь, многодетная семья Солнцевых. У старшего сына уже своя семья, а вот остальные дети еще школьники. Так что на счету каждый рубль. В декабре прошлого года за коммунальные услуги им начислили 2800 рублей. Однако похудеет семейный бюджет только на 500 рублей. Остальную часть оплаты на себя берет государство. Среднедушевой доход семьи у нас 5700, а прожиточный минимум 6919. Поэтому у нас получается... Нам выделяют субсидию. Очень хорошо, что субсидия есть. Потому что лишний раз детям книжки, тетрадки, портфели купить, одежду купить. Можно выделить деньги. В
Впервые предоставление субсидий на оплату услуг ЖКХ малообеспеченным гражданам было предусмотрено федеральным законом от 1992 года. Размер субсидий зависит от совокупного дохода семьи, от величины прожиточного минимума в регионе и от расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии на оплату коммунальных услуг у нас предоставляются собственникам жилья, нанимателям жилых помещений и пользователям жилых помещений. Субсидия назначается на 6 месяцев. При оформлении заявления у нас заявители предоставляют правоустанавливающие документы на квартиру, обязательно предоставляют справки о доходах всех членов семьи, совместно проживающих, предоставляют выписку из лицевого счета и последнюю квитанцию об оплате коммунальных услуг. Времени на сбор информации, можете ли вы воспользоваться субсидией, подготовку документов много не потребуется. Для этого существуют информационные технологии. Достаточно зайти на социальный портал Чувашской Республики, во вкладке «Социальный калькулятор» ввести требуемые данные. 1000 стипендий главы Чувашской Республики приобрели своих получателей. Среди них особо талантливые студенты, активисты молодежных общественных объединений, молодые специалисты в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры. Никита Веселов – студент второго курса юридического факультета ЧГУ. Молодой человек успевает не только учиться, но и занимается общественной работой. За опытом ездил даже в Госдуму России. А за свой обучающий проект «Гражданин», презентация которого состоялась на молодежном форуме «Иволга», Никита получил приглашение на космодром Байконур. Эта игра для школьников в интересной форме позволяет объяснить и рассказать основные положения Конституции. Для того, чтобы это было интересно, ведь если проводить лекцию по Конституции, школьники будут отвлекаться, им будет смешно, ну, они просто будут не слушать. А если сделать это в форме игры, сделать это креативно, интересно, они будут с увлечением это постигать и запоминать. Сегодня Никита и еще 19 молодых людей получили из рук главы Чувашии сертификаты о присвоении стипендий за особую творческую устремленность. Заявок около 3000, потому что это действительно очень большой конкурсный отбор проходит. И даже у меня на почте электронной есть письма с обращением, почему я второй год участвую, никак не могу пройти этот конкурс, что за безобразие, что там у вас происходит. Поэтому действительно очень высокий конкурс проходит. И здесь принципиально важно, чтобы объективно, открыто все этот конкурсный отбор проходил. В разные годы стипендию получали 11 тысяч человек. Сегодня к ним прибавилась еще 1000 талантливых и одаренных. Сумма стипендий составит 1830 рублей в месяц. Ежегодно на эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики выделяется около 22 миллионов рублей. Марина Рябцева, Александр Петров, Сергей Рябчиков, Республика. Жителям республики предложили вписать свое имя в историю строительства новой православной церкви. Благотворительная акция «Именной кирпич в стену храма» стартовала сегодня в столице республики. Весной прошлого года митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава совершил молебен и осветил место строительства храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Для митрополита будущий трехпрестольный каменный собор высотой более 40 метров и рассчитанный на 1000 прихожан станет особенным местом. Ведь до того, как он прибыл на службу в Чувашию, Варнава 21 год прожил в обители Сергия. И вот нам большое счастье будет, если мы построим соборный храм в честь преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Это будет памятник, оставлю вам, и будет украшать наш город Чебоксары, украшать Чувашию. И этот памятник преподобного Сергия храм, будем надеяться, чтобы построить побыстрее. Помочь строительству можно простым пожертвованием. Можно приобрести сертификат благотворителя стоимостью 300 рублей, 1500 или 3000. Таким образом, вы приобретете именной кирпич, на котором будет ваше имя или имена родных, близких, живых и усопших. Каждый кирпич будет уложен в стену храма. Пример милосердия и меценатства показали сегодня чиновники, депутаты, бизнесмены и просто верующие люди. Нужны не только деньги, но и другие ресурсы – техника, стройматериалы. Свою лепту внес и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Из своей заработной платы сегодня купил сертификат на 25 тысяч рублей с одной единственной целью, чтобы вклад нашей семьи лично у меня был, ибо родители наши и бабушка меня лично воспитывали в духе любви, в духе веры. И то, что сегодня на эту благотворительную акцию пришли очень много предпринимателей нашей республики, я им благодарен, низкий им поклон.
Благодаря людской помощи строительство храма пойдет быстрее. Сертификат можно будет приобрести во всех церквях города Чебоксары. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. 4 февраля мир отмечает День борьбы с онкологическими заболеваниями. Как он пройдет в Чувашии? Накануне журналистам рассказали в Министерстве здравоохранения Республики. Важнейшая медицинская и социальная проблема – рак. Среди причин смертности населения он уже на третьем месте. И хоть в Чувашии ситуация лучше, чем в среднем по России, год от года распространенность смертельно опасной болезни увеличивается. Только по результатам диспансеризации, которая была проведена в 2014 году, более 3000 человек было взято впервые на диспансерный учет с диагнозом онкопатологии. Медики напоминают, чем раньше врач выявит болезнь, тем больше шансов на выздоровление. Проверить свое здоровье и проконсультироваться со специалистом в республиканском онкологическом диспансере без направления можно будет 24-31 января, а также 4 и 7 февраля. В учреждении пройдут дни открытых дверей. При себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт. Для удобства желательно предварительно записаться по телефону номера на сайте диспансера. Вот мы здесь сидим, мы все потенциальные пациенты. Неважно, заместитель министра, вот. Не дай бог, конечно, но мы должны быть готовы. И готовы мы должны быть в первую очередь сами, а готовы психологически не бояться ничего, не бояться прийти в онкодиспансер, а пройти обследование. Лучше все это как-то на первичном этапе убрать, нежели потом это все лечить и так далее. 4 февраля в Чувашии на базе республиканского онкологического диспансера впервые пройдет форум «Вместе мы сможем». Также в преддверии этого дня волонтеры выйдут в торгово-развлекательные центры, где проведут беседы с населением. В эти выходные в республике отметили Всероссийский день снега. В Чебоксарах и Новочебоксарске к нему приурочили множество спортивных мероприятий. Массовые соревнования прошли в парке 500-летия столицы. День снега – лучший повод поддержать зимние виды спорта. Кто-то в выходные встал на лыжи, а кто-то решил принять участие в необычной семейной эстафете. Для того, чтобы занять первые места в соревнованиях, нужно было лучше всех довести до финиша клюшкой теннисный мяч и как можно точнее попасть снежком в цель. Еще одно испытание для детей – полоса препятствий. На старт выходили воспитанники чебоксарских детских садов. Победителям вручили кубки, дипломы, а еще теплые шапки и шарфы, чтобы чаще проводить время на свежем воздухе. На старт вышли более 50 человек. Многие пришли сюда из группы поддержки. Мы пришли поддержать нашу семью Корж, которая принимает активное здесь участие. И мы пришли для того, чтобы немножко взбодриться, получить заряд бодрости и энергии. В этом году чебоксары впервые поддержали День снега. Как продолжить эту традицию? Организаторы ждут от горожан интересных идей. В этом году у нас как бы пробный. Мы хотим посмотреть, что внедрить в дальнейшем. Поэтому и в следующем году предложим и муниципалитетам, районам во всех местах, чтобы можно было проводить. Вообще, во Всероссийский день снега в массовых спортивных состязаниях в городах Чебоксары и Новочебоксарск приняли участие около 1000 поклонников активного образа жизни. Физкультура и спорт давно в почете у жителей Чувашии. По статистике, более 35% жителей республики регулярно занимаются физкультурой. Массовая зарядка со звездой в столице республики получила свое продолжение и в районах Чувашии. В каждом муниципалитете построены физкультурно-оздоровительные комплексы. Спортивная база постоянно обновляется и пополняется новым оборудованием. Все это помогает растить новых чемпионов. Мне нравится здесь. А почему здесь тебе нравится? Потому что можно поплавать. А хорошо. Ты научился плавать? Да. А как ты плаваешь? Хорошо. Чтобы новые фоки работали планомерно в течение дня, здесь начали проводить школьные уроки физкультуры. Около 80% ребят занимаются здесь мини-футболом, волейболом, стрит-баскетом и другими видами спорта. Тема здорового образа жизни проходит сквозной нитью во всех посланиях главы Чувашии, депутатам Госсовета и народу. Чувашию признают лидером в развитии физической культуры и спорта на всероссийском уровне. Республика имеет опыт проведения всероссийских и международных соревнований. Вольная борьба, легкая
Легкая атлетика, самбо, биатлон. Активными темпами развиваются порядка 70 видов спорта. И несмотря на жесткую конкуренцию, чувашские спортсмены каждый год пополняют национальные команды страны. Сейчас в официальные списки включено более 140 человек. Я рада, что заняла первое место. Но результат, конечно, слабый. Я думаю, что на первенстве России результат лучше. В 2014 году Чувашия встала в один ряд с мощными спортивными центрами страны. Республика приняла гостей и участников международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Республика и город и последние годы очень много делается для развития спорта. Такая динамичная идет работа по развитию спорта. Растет количество спортивных сооружений, создается система, правильная система подготовки спортивного резерва. Республика становится центром проведения крупных спортивных событий. То есть мы это всячески приветствуем, и поэтому президент страны принял такое решение провести именно в Чебоксарах. В этом году Чувашия готовится еще к одному масштабному мероприятию – командному чемпионату Европы по легкой атлетике и чемпионату мира по спортивной ходьбе в 2016-м. Ход подготовки к этим значимым событиям в мире спорта контролируется правительством республики. Таким стал понедельник, 19 января, глазами корреспондентов национального телевидения Чувашия. Я с вами прощаюсь. До свидания.